5 самых надежных автомобилей, которые есть на площадке автохауса Гранта, которые можно приехать купить уже сейчас. А раньше все появляется в телеге, ссылка в профиле. Renault Sandero. Здесь, в принципе, можно было бы поставить Renault Logan, это все из одной оперы. Надежнейшая, простая подвеска B0, простые атмосферные двигатели, максимальная простота по электрике, по салону, по всему. Проще уже, некуда, ребят. Поэтому эти автомобили, они такси всегда были. Раньше любили их вот как не такси, так какой-нибудь Renault, ребят. А на том, что ломается, таксисты не ездят. У нас есть экспонат Renault Sandero 17 год, 1.6 бензин, естественно, на механике. В хорошем состоянии, обратите внимание. Невероятно, но факт. 4 место топа самых надежных автомобилей занимает Ford Mondeo. Да, ребят, в этом топе я не беру сейчас какие-то там легендарные сотки, какие-то динозавры 80-ки, бочки, нет. Мы берем что-то такое адекватное, на чем можно нормально ездить. И вот как раз-таки Mondeo аналогично, уже шикарный, уже D-класс, но при этом простой, надежный, как вот как оно надо. 7-й год, 2.0 бензин, механика. Автомобиль своими продажами всем все доказал. С 2008 года по 2000 примерно 14 Chevrolet Cruze был бестселлером продажи в России, тоже любили таксисты. Полноценный C-класс, цена приятная, простые атмосферные двигателя, простая подвеска, при этом хорошие надежные аппараты, узлы и приятный салон. Ну блин, это так оно и есть. А это у нас уже в новой будке 19 года, 1.4 бензин, еще и на автомате. Мы были частью механизма. Мы не могли иначе мыслить, и все же изредка, украдкой, я пропадал, искав отгадки. Volkswagen Polo породил легенду Polo Sedan, и поэтому мы сегодня затронем и Polo, который у нас есть, и Polo Sedan, которого у нас нет. Соответственно, Polo Sedan, опять же, любимейшая машина таксистов, полюбили ее и в России, везде любят, везде лелеют, везде холят, но Polo, который именно европейский, он лучше по отделке, по качеству. В общем, в любом случае выбирать вам. В данном случае я говорю, что машина надежная в обоих аспектах. Polo 1.2 бензин на механике. Вот этот экспонат однозначно посмотрите. И каждый раз я был доволен, когда в мой разум били волны. Тут будет какой-то сюрприз, но первое место, естественно, занимает Toyota Camry. На этом месте может стоять совершенно любая Toyota, но Camry — это легенда. Она большая, это полноценный бизнес-класс, при этом она, опять же, простая. Надежные двигателя, хорошие ходовые качества, трансмиссии беспроблемные, японское качество, надежность. Ребят, я понимаю, что у нас икона — это Audi, так уж повелось исторически, но, поверьте мне, вот возьмите чуть восточнее, никому там нахрен Audi не надо, там лидирует и доминирует Toyota. Мой юный слух ласкав ночами, уши сделав мне глазами. Радио, о радио. Это были самые надежные автомобили, по мнению экспертов с интернета. Я сказал, все, приезжайте, смотрите, автомобилей 150.